Ты отважный воин, Шахзаде? Я знаю, Ибрагим. Вот тебе. Мне тяжело не видеть ваше лицо. Вот тебе. Мустафа, не шуми, Ляла пошел, повелитель. У вас много других забот. Я не могу мешать вам. Разве вам не известно, что все мои мысли только одной вами заняты? Позвольте мне хоть раз взглянуть в ваши глаза, моя госпожа. Вы так редко дарите мне свою улыбку. Я бы рада была дарить ее вам. Вы, я думаю, уже слышали. Валиде и мой брат собираются устроить мою судьбу. Что ж, увидим. Будем уповать на лучшее. Некоторые сны я хотел бы увидеть вместе с вами. Но я не в силах противостоять воле правителя. Ляла, весной, уходя в поход на Родос, я снова оставлю империю на тебя. В Белграде я воевал с легким сердцем, зная, что все в надежных руках. Это лучший из похвал, повелитель. Я почитаю столь высокое доверие и клянусь, что оправдаю его. С вашего позволения, повелитель. Со всем уважением, Ляла. Прошу извинить меня, повелитель, за мою дерзость. Говори, Ляла, слушаю. Валиде Султан по доброте душевной подобрала моему сыну хорошую пару. Вы в то время были в походе. И что же? Мой Батур-бей одобрил выбор девушки. Это славянская наложница. Зовут Хюрем. Хюрем? Мой сын влюбился и ждет эту девушку. Вот тебе. Мустафа, идем. Что ты улыбаешься? Давно ты подошла? Довольно давно. Кроме Хатидже Султан, твои глаза никого не видят? Хюрем Хатун, много себе позволяешь. Не суй свой нос куда не следует. Сиди и жди дня родов. Не выходя из своих покоев. Не стоит по коридорам гулять. Вредно для здоровья. Поняла? Послушай, поостерегись наперед указывать мне. Я себе позволяю, что хочу. А также хожу, куда хочу. К султану не пойдешь. У него важный разговор, а ты иди отдыхай. Успокойся. Сегодня не стану говорить повелителю, что я видела. Скажу еще. Когда-нибудь после. Потом. Ах.
Хидевран права. Нужно от нее избавляться. А то она избавится от нас. Иншалла, и у тебя будет ребенок. Аминь. А знаешь, я тебе помогу. Ты о чем? Да о том. О свадьбе с Ибрагимом. Я ее устрою. Ведь ты этого хочешь? Это Шахзаде? Ну, конечно, дорогой. Это Шахзаде Мехмед. Хатидже, мой папа будет меня любить? Ну, что ты говоришь, Мустафа? Даже не сомневайся. Ты самый любимый его сын. Ты особенный. Посмотри. Он пока крошечный. Такой милый, правда? Вот и все, Ибрагим. Я считал тебя другом. Считал тебя своим соратником. Считал братом. Но я ошибался. Повелитель, я... Как ты мог так со мной? Прекратите играть сейчас же! Что это за праздник? Кто вам позволил? Это мой праздник. Я позволила. А ты помолчи. Я тебя не спрашиваю. Нигер Калфа. Сюмбюляга. Да, госпожа. Пусть они расходятся. Без моего разрешения больше никаких праздников. Второй раз такого не прощу, Сюмбюляга. Это Махидевран Султан вам приказала. Сюмбюляга, скажи своей госпоже, Хюрем Султан распорядилась. Мой праздник. С каких это пор ты сделалась госпожой? Знай свое место! Что здесь такое? Отвечайте мне. Живо! Откуда такая злоба? Как смеете вести себя так перед рабынями? Отвечайте! Язык проглотили? Еще минуту назад вы так бойко оскорбляли друг друга! Это невоспитанное без разрешения устроило веселье. Поэтому я... Мы устроили праздник в честь нашего повелителя. Что тут плохого? Хватит! Замолчите! Вы разума лишились! Придите в себя! Здесь не базар, а дворец да нашего что повелителя. Такое? Не знаю, госпожа. Вы не можете вести себя так, как не подобает в семье, которой вы служите. Вам не позволено скандалить и ссориться!
Возвращайтесь к детям. Займитесь вашими шахзаде. Сюмбюляга. Нигеркалфа. Смотрите за гаремом. Вам все ясно? Лучше не вынуждайте меня. Я только что узнала, что произошло. Вы и Ибрагим Паша женитесь. Хорошая новость. Я говорила о вас с повелителем много раз. Я рада за вас. Спасибо. Вы слышали, что со мной случилось? Меня считают убийцей. Поверьте, это не я. Хатидже Султан, защитите меня, иначе я погибну. Но все говорят. Все мне враги, все ненавидят меня. Не печалься, потому что рано или поздно все выяснится. Я постараюсь помочь тебе. Не переживай, Хюра. Аллах благословит вас. Спасибо, госпожа. Войдите. Садыка Хатун Паша. Оставь нас одних, Сюмбюль. Говорят, Айше Хатун не любила тебя, да? Она часто жаловалась на тебя к алфам. Виктория! Да. Но она лгала. Она злилась на меня. Говорила, Ибрагим Паша привел тебя в гарем, но это все равно ничего не значит. В добрый путь. Едешь в старый дворец? Еду. Но я вернусь. Ты никогда не вернешься. Уедешь, и обратной дороги оттуда не будет.
Повелитель, тебе не достанется. Даже не мечтай. Завтра, когда тронешься в путь, обернись. И увидишь, как радуются все, кто тебя знает. Никто тебя здесь не любит. Каждый рад твоему отъезду. Наш дом вновь обретет покой. Не поворачивайся, стой, как стоишь. Эту стену нанесут рисунки? Ибрагим Паша Хазрет Лири уже приказали и даже выбрали мотивы для росписи. В мастерской работают искусные мастера. Уверена, они прекрасно справятся. Не беспокойся, Хатидже. Паша привел этого человека. Он художник. Ему поручено расписывать стены, госпожа. Не поднимай головы, ну-ка пошли, ступай! Случилась беда, Хатидже Султан. Надо молить Всевышнего о спасении. Хюрем, что с моим ребенком? Госпожа, ребеночек ваш в раю. Госпожа! Госпожа! Иди ко мне. Я не хочу. Лучше покорми детей. Как там художник? С ним Матракчи и лекарша.
Лучше, наверное. Сулейман. Хюррем. Жива. А как мои шахзаде? Слава Аллаху. Шахзаде тоже. А Хатиджи? Они наверху все.